уронил. Дискорд, и нафиг. Нет. Закрыть. 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 Уф. Ком дурацкий. У меня ком дурацкий перезагружается. Я не знаю, почему это случилось. Я ж, блин, ком перезагрузился, и тут же я банку уронил все-таки. Адреналином. И все, блин, на футболочку красивую, беленькую. Какой кошмар. Так. Нормально? Дурацкий ком. Нахуя он это делает? Я так и не понимаю. Перебойник стоит? Нет. Может абсолютно рандомный моменте взять и перезагрузиться комп. Пару дней перед не перезагружался, а вот сейчас взял и перезагрузился. Зачем? Кто знает. Как это происходит? Бегали, играли нормально, тут хуяк и все. Возможно. Возможно и так. Фиг его знает. Я уже не знаю, что делать с этим компом. Так. Почему розетка? Розетка запрещенное слово на Твиче. А бинты мне две хиляют, оказывается, штуки. Значит, его нельзя убить, наверное, да? Наверное, его нельзя убить. Блин. На футболочку испачкал. Он перезагрузился, и баночка упала. Прекрати, Артём. Ты о чем? Ты о чем, Вась? Добрый вечер, привет, Даби. Бою за ногу. Мы тоже можем бегать. Дела как настроение, настроения нет, дела как-то. Пожалуйста, ком, больше не перезагружайся, молю тебя. Не умирает колбаса, это не колбаса, это нога. Запереться в комнате с рукой и... А так можно? Я не знаю. Просто вспоминаю опыт с Resident Evil 7, когда Джек за тобой гоняется. И в комнате с дробовиком я хотел запереться. Меня игра нахер послала, и в результате Джек меня отпиздил. Ничем хорошим это не закончилось. Может быть, тут так же. Как нет настроения? Больше позитива, богу позитива. Ну, я не бог позитива, поэтому пошел я нафиг. А у тебя как дела, Даби? Даби-баби. Так. Я окно открыл. В надежде на то, что это может как-то поможет компьютеру. Я не знаю, может он перезагружается или типа того. А, потому что жарко ему вдруг. Так холодно стало резко.
Блин, 23 градуса тут у меня. Так можно замереть на смерть. Замерзнуть на смерть. А куда этот делся, фут-фетишист? Вон он. У него хорошо, ему девочки пишут, он счастлив. Да-да, Вася. Да-да, Вася. Счастье полные штаны. И мой ножик. Тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Граждане, товарищи. Люди хорошие, добрые, успокойтесь. Ёб твою мать! Вася что-то прислал. Вась, подожди. Вась, подожди. Это Васька прислал. 23 градуса? У меня, да, вот сейчас 23 градуса. Это холодно, писец как. Может так порезать? Нет? Нельзя ножом перерезать. What the hell? А где вторая дверь была? Еще одна же была дверь. Вон там наверху на лестнице. Как лестницей пользоваться? Как лестницей пользоваться? Посмотри, ТГ там 10 секунд. А ты можешь быстрее ползти, тварь? Тогда надо скорее это исправить. Как это исправить? Как это исправлять? Так, нож убери. Паузу нажми. ТГ посмотри. Что там Вася прислал? Ой, на улице вообще минус 1 градус. Живем, живем. Что это такое Васька прислал? Снег? У Васьки снег лежит. У Васьки Новый год уже. У него снега, у него по шее. Ну нафиг. Фу, чур меня, чур. Никакого снега. Не хочу. Не хочу. Фу, у меня аллергия на снег. Там сколько скользко, писец. Ну я вижу, там вот такая корка льда у тебя. Ну нафиг. Там еще упадешь, споткнешься. Больше никогда не встанешь. Тем более ты, Вась, уже не маленький мальчик. Кости не срастутся взад. А если срастутся, то не Bloodhouse. Bloody House. Это уже не так. Поэтому аккуратней надо быть. А где вторая дверь-то была? А, вот она. Пара-пара-па-па. Как он меня чувствует, что я здесь? ГГ, давай быстрей. Плиз, молю тебя. Ты воняешь просто? Ты вонючка. Я да. Ух ты ж, блядь. А в чем прикол? А в чем вот прикол? Понял, в чем прикол. Он сюда не попадет же? Дай, зачем мне ручка эта? Куда ее ставить? На меня похож. Птичку дай. Не, он не упадет. Он слишком жирный для этого. Так. Ладушки, оладушки. Че теперь? 22 градуса уже. Как температура резко падает вниз. Я такую сдохну скоро. Так, мне нужно две руки. Ой, три руки. У меня 0 рук. А? А где мне руки взять? Вот одна. Как ее взять? Макаром.
нужно три руки. Заперто, не поддается. Но это все фигня. Руки-то мы найдем, главное, чтобы комп не перезагрузить. Нафиг. Так, ищем что-нибудь на наличие полезностей. Я так думаю, женщину на костылях тоже не получится убить. Ну-ка. Как ты меня бесишь. Сейчас чихну. По возможности умри, а я тарелку помою. Спасибо. В смысле? Так иди помой, я пока поживу как раз. Вот ты придешь, я умру. Вот ремейк Resident Evil 4 вышел 20 декабря 2023 года. И чё? Чё? И чё, Вась? Что это значит? А, не. Ртубе написано игрофильм, ролик загружен 2 года назад. Даже не 10 месяцев назад. Не понял, что ты имеешь в виду. Как так? Ты хочешь узнать, в каком году вышел Resident Evil? Ремейк, что ли? Почему ролик написан 2 года назад, хотя игре и года нет? Как в смысле игре и года нет? Игре уже больше года, ты чё? Как это года нет? Алло. Ремейк вышел в том году. В начале, когда в том году. О. А ну, он не 20 декабря вышел ремейк. Он не мог 20 декабря выйти. Сейчас октябрь. Не мог 20 декабря выйти, ремейк. Не верю. По-моему, ты пиздишь. Может, ты имеешь в виду Готи издания? Вот, я же говорю, в начале года. Блять, а где женщина на костылях? Ты пиздишь. Ну полтора, ну и что? И что ты хочешь-то? Игра старенькая уже. Ну не 2 года назад. Рутубу виднее, чем тебе. Там рука, вон рука. Так, рука. Ее ставить? Зачем культа... культя из комнаты нужна. А культя из комнаты нужна за тем, чтобы открыть дверь какую-то другую. Вроде, я не помню уже. Сейчас посмотрим. Так, бля. Сейчас проверим. На Новый год вроде. На Новый год вышло золотое издание, Вась. Resident Evil. Это я скорее поверю. Как же холодно. Так, куда теперь ее вставлять там? Как же он медленно поднимается вверх. Значит, 5 или 6 купил. А не 8 декабря первая серия у меня. 5 или 6 купил. Серьезно? Так, там комната туда. Блин, вроде 3 комнаты, а я все равно умудряюсь заблудиться в этом месте. Куда ведет? А, это начало. Окей, это выход. Значит, для меня это год. Да, господи, Вася, успокойся. Год. Игре год, все. Игре год. Тебе год. Нам всем год.
Это так важно? Ха, мистер Пигги. Я прямо слышу, как он бежит за мной. Нет? Так. Женщина на костылях, на ходулях слишком высокая для меня. Я, пожалуй, откажусь. Заперто. Руку эту дай. Вот эту руку возьми. Все, найс. Та же рука, которая мне нужна, да? Золотая рука, да. Мне еще две такие нужно, вроде, по идее. Еще посмотрел. В Рутубе вот у человека, однако, подписчиков, просмотров 9 и 0 комментов. Потому что Рутуб, я не знаю, накручивают? Как это еще объяснить? Больше никак не объяснить, только накрутка. Так, теперь надо выход найти отсюда. Где он? Где-то тут был выход. Роликов куча, и у всех районе 20 просмотров. Ася, зачем тебе это? Что ты хочешь этим сказать опять? Месяца два. А, вчера это... Да, а что за ролики у него? Что за тематика? Видеоигровая? Я, блядь, выход! Летсплея? Блядь, вот теперь попробуй найти выход. Я же говорю, я в двух соснах заблудюсь. Тут же где-то он был. Эти женщина? Я на выход с вещами. Да, думаю просто о том, что эта тема взаимными подписками до добра не доводит. 1К есть и все, больше не надо ему. Счастлив, доволен. Можно и 2К, и 3К, и 50К так набить. А вот это что такое? Как это перерезать? Там вон еще рука наверху. Мне она тоже нужна. Вопрос, как перерезать это? Рычаг. Все, понял. Где-то еще одна есть рука. Вот, две руки. Мне еще одна где-то нужна. Но я хочу пока на выход съебаться и вставить то, что у меня есть уже. Но я не знаю, где выход. Может, где-то в Железных Девах? Ручку ты не хочешь отодвинуть? Девах? Я замерз, писец, 21 градус уже. Холодно, что писец. Так, немного и сдохну я. Я реально не знаю, где выход. Вот в заднице есть третья рука. Подожди, это же не та рука? Нет, это обычная рука. Мне нужна супер золотая рука. Скоро до нуля дойдет, но я тоже думаю об этом. Сереж, привет. Ой, какой Сережа, да, Би? Просто у тебя фиолетовый никнейм. Я обычный никнейм фиолетовый у Сережи. Я уже по этим, по цветам определяю, кто есть кто. А у тебя же никнейм, он постоянно разного цвета. Вот это вот, у Васи вот он, да, он постоянно голубенький, его сразу видно, голубой Вася. И у меня оба серого цвета. Так, подождите, я... Но чуть-чуть прикрою, пока не умру. Дурацкая вебка. Какая мразь. Блять, какая... Мразь. Это синий, это голубенький. Уф! Потихоньку превращаю старого гнома в извращенца? Ты-то? А. Где, кстати, гном наш извращенец? Гном пропал. Я скучаю по нему тоже. Адская вебка, говна.
Как холодно, кто бы знал. Ледниковый период настал. Тихо. Тихо, где выход? Вот тут коробка. Как открыть коробку? Чем открыть коробку? Как коробки открывать? Торика под бачок, Торика нет, он там где-то греется. Торика здесь нет. Ты нахуя тоже такие вот такого цвета взял, Вася? И как мне теперь вас различать, блядь? Вася, пиздец. Нахуя ты это сделал? Вернись, голубенький. Меня все устраивало, Вася. Ты реально обиделся на цвет голубенький? Прекрасно же все было. Как теперь, блядь, мне жить? Как мне теперь вас различать? Вася, хулиганье. Сделайся розовеньким. Не, ему лучше голубенький подходит. Розовенький — это у меня обычно никнейм. Это у меня обычно, когда я кому-то захожу, у меня розовенький. И Вася голубенький будет. Я выход, я не могу. Как меня косоебит от этого, того, что я не могу найти выход. Вот так? У него даже это, вон, смотри, изменилось. Ня, коночка. Теряться будете на общем фоне. Так я и говорю, он потеряшка. Заново привыкать теперь. Ну вот-вот-вот я в этом говорю. А ему, видишь, ему пофиг. Он же не думает о людях, как им удобно. Он думает о своем комфорте. Я нахуй сейчас удалю эту игру. Где выход? У него кляп во рту? Да, у него кляп во рту. Вот, оставайся таким. Вот это, вот так ты прекрасен. Что? Что, лорд? Слава богу, остальные не видят. Слава богу, остальные не видят. Вот, выход, наконец-то. Господи Иисусе. Так, ладно. Это не смешно. Остановись, стоп, Трис. Как открывать коробки? Так, теперь надо найти то место, куда вставлять эти лапы вонючие надо было. Вот тот ядовито-синий. Он не ядовито-синий, он скорее кораллового цвета был, бирюзового. Вот, лапы вот сюда надо вставлять эти вонючие. Раз. Глаз. Вот вас. И трис. У меня третий нету. Что за записка это была? Как ее теперь изучить? Изучить. Иф из будущего. Это я пишу на случай, если ты растеряешь остатки ума. В конце концов, мы же оба хотим, чтобы Аустерлиц оторвал тебе голову за то, что... Мне кажется, ли за мной кто-то идет, блядь? Куда ты, иди нахуй! В смысле? Фэлс. Я просто хотел записку почитать. Но ультрамарин... Да, вот ультрамарин. Вася, ультрамарин. Он не осознает это. И ладно, веру.
меня. Обе руки у меня. Можно прочитать записку уже? Как читать? Как я прочитал в прошлый раз? На какую кнопку я это сделал? Как я прочитал записку, вонючую? Там пароль какой-то. Я ультрамарин. Ты ультрамарин, Вася, ты ультрамарин. Какой-то пароль. Ну как нахуй мне это сделать, когда за мной свинья гонится? Какую кнопку я прочитал записку? А я не знаю. Улыбающийся смайлик x2, грустный смайлик 1 и 2x улыбающийся. Драгоценную руку кто-то должен объяснить. Реку, что война мне дает позитив с прошлого. Мое лицо, но не видел, что тело осьминога. Ладно, слава богу, чекпоинты есть какие-то. Два раза улыбающийся смайлик, да? А чё там? Один раз так. А? Чё где случилось? Я слышал какой-то звук. Вы слышали звук какой-то? Что-то где-то открылось. Или типа того. Рука! Может, его надо было клетку поймать? Я слышу только голоса в своей голове. Ну, это у меня тоже такое бывает, это нормально. Ну-ка, отошел. Блять, дайте мне дробовик! Ой. Так, я окно закрыл, сразу температура пошла вверх. Зато тепло стало хоть. Рука. Ага. Можно улететь, да? Наконец-то, все. Mission complete. Надо, дядя. Блин, загадки в этой игре, конечно, душные, что писец. Прям вообще нафиг они нужны. Пошли они. Нафиг эти загадки ваши. Ненавижу их, они меня бесят. Все, Сезам, откройся. You made it. Да. Yeah. I'm afraid to think of what those motherfuckers might have done to Lily. Where's Lily? You said she would be here. I assume so. Really? Look around. Maybe she's here somewhere. There's nothing here. For fuck's sake. Конь. Сразу на наличие полезности смотрим. Ключ. Now what? Are we getting out of here? I found some key. It's marked with a symbol I saw earlier. I need to see where this leads. And if Lily isn't there, I'm going to search every fucking corner in this dungeon. We should go back. It's too dangerous to stay. Do what you want. I have to find her. Даби.
Что за дела опять? Что они там сказали, я все прослушал. Они о чем-то говорили, эти трансы? А, да комната с символом хаоса. Хаос, хауситы. Зачем? Ты опять останешься здесь, и я пойду один. Так у меня стрим такой, у меня на таком не думает. Сейчас стрим такой. Да? Да, Би, это правда? А у меня чипсики есть. Надо было все-таки две баночки адреналина брать. Одну я и так пролил, уронил. На, блин, на Ребекку опять. Ладно, с ней все в порядке. Футболка. Футболку стирку теперь. Сейчас все хуйня просто. Расскажешь, что случилось? Что случилось опять у тебя? Может, думает, но не говорит. Строение, что самочувствие, что отношения с родными. Опять эти родные? Чё они тебе опять нагадили? Давай, колись. Самочувствие, ты поправляйся, давай, хватит болеть, столбало. Ты лечишься? Пошло все нахуй! Ничего себе. Лет через 10 будет иначе. Ты, блядь, проживи эти 10 лет для начала, Вася. Здрасте. О, дорогая. Ты все? Ты ебанутая уже? Тоже? We gotta go. They're looking for us. Victor, I'm so Может, sorry. Я не доживу. Доживешь! Доживешь! Вот это нормально. Таби, все будет с тобой хорошо. What the fuck are you doing? И 10 лет, и 20, и 30, и 50, и 60 лет проживешь. Не переживай. I'm sorry. Well, I'm not sorry at all. Все, жена ебанулась на отличненько. Спасибо. Жена ебанулась на отличненько. Ох уж эти жены. Вот что с этими женами не так? А Лилит ничего такая? Лилит, ну... Она просто рыжая мандавошка. А рыжие мандавошки вот что творят. Не доверяю я рыжим мандавошкам. А в чем замут-то? Главный герой, он видит Ктулху. А тут есть две секты. Одна секта Вечного Наслаждения какая-то там из первой части игры. А вот во второй части какая-то еще новая секта появилась. Какие-то вообще отбитые на голову. Любители расчлененки и все такое. Вот. Мы нужны обоим этим сектам, потому что мы общаемся с Ктулху. Они хотят нас. Нас похитили сначала одна секта, потом вторая выкрала у них. Они между собой конфликтуют. И та секта, которая нас первая похитила, вот эти вот уёбки, они теперь похитили нашу жену. Мы пошли спасать жену. В результате вот с чем все это кончилось. Первая часть классная была? Вот, Даби подтверждает. Нет, первая часть реально прикольная. Она коротенькая, за 4 часа проходится. И там нету ебучих таких головоломок. Она там очень такая быстрая, резкая, адреналиновая. Там пих-пих, бежишь, блядь. Тут пенис, тут Ктулху, ахуях-хуях, конец. А тут, блядь, какой-то чё-то хуй пойми, чё наворотили. Ну, короче, третью часть ждем. Хаос и разврат. Да, в первой части был хаос и разврат, а тут такого особо нету. Больше надо головой думать. Третью часть ждем. Ждем третью часть. Блин, у меня же глаз что-то попало. Рэя, привет. Блядь, мне уже пора экран выключать? Блять, что-то это... Ау! Её ебало! О-оу. Ага, делдаки ещё... Да-да-да-да-да-да-да. А тут такого почти нету. Понюхай. Блять, я должен это комментировать?
Ow! Сука. Wake up, seeing one. Today, instead of morning gymnastics, you will search for the chamber of change. In the nature of the universe, the book speaks of a great bowl that's suspended in the air. Почему я голый? I think you'll know it when you see it. You are our best hope so far. Это во всем Ктулху виноват, если что, не я. Now get up and go to Camilla. The doctor is busy, so she'll be helping you get to the Там в трейлере третьей части вот этот культ наслаждения освобождает Ктулху из его мира, попадает в наш мир. Там прилетают военные США и его бомбят ракетами. Короче, трейлер прикольный, мне понравился. Хочу уже полноценную игру. А, игра будет называться... О, глава 11. Неужели скоро конец? Танцы в красном. Игра будет называться «Похоть Бога». Ключик. Звучит как полный пиздец. Ну, выглядит прикольно. А. Кто же так ключик оставляет? А сколько в этой части всего глав? 15. Вася сказал 15. Мы уже до 11 дошли. Скоро поэтому плюс-минус финал. А Лилит, блин, меня предала. Женушка родная, спасибо ей. Вот ты вот так идешь женушку спасать, да? А она тебя хуяк и предает. Потом тебя тычет всякими штуками. А после этой игры какая будет? Ну, какую-нибудь выберем. Что-нибудь выберем. У нас есть из чего выбирать. Здрасте, блядь. А я голый, да? А я голый, да. И холодно, кстати, тут. А я голый. Босиком хожу. Полы холодные. Или ты имеешь в виду, что сегодня будем играть еще после этой игры? Или вот когда я закончим именно? О, фосмофобию Вася пошел играть. Коротко поебал он. Тут нет сковородки. Тут зато есть вот такие штучки. Вот такой штучкой тогда. Тоже неплохо. Не, не сегодня, а вообще. Ну, вообще выберем что-нибудь. Надо какой-нибудь, я думаю, слэшер поиграть. Давно мы слэшеры не играли. Ведь адреналиновый. Тестостероновый. Может даже в российский слэшер поиграть. Такие тоже есть на земле. Еба, выглядит страшно, конечно. Ну так. Зато жена уебываться не будет больше. А может и будет. Фиг этих жен знает. Здрасте. Бать, накумарил. Вы меня не пропустите, да, я так понял? Да после такого никто выебываться не будет. Рея? Это Лилит или Рея? Я их путаю, они все плюс-минус одинаковые. Это Рея или Лилит? Блять, надо, кажется, вот так делать. Сейчас, секундочку, я тут справлюсь. Мир никуда. Не, не. Ой, тут играть надо. Что за пиздец адский? Не, я не буду включать. Куда тут? Нечестно. Ну ладно, окей. Ну вот так вот делаю. Я камеру поднял, если чё. Ай, блядь. Ктулху зовет меня. Вовремя я включил. Я вовремя включил. Там просто, ну, всякое происходило непотребство. Сука, ты тоже так делаешь? Полю потрошить очко, картинку. Это надо вебку расширять. Суки, эти очки. Так, есть. Я в мире Ласгарда или как он там. Асгард.
Ктулху зовет меня. Некогда фигней заниматься. Неудобно в отражении смотреть. А на компьютере, блин, к сожалению, Twitch не раскрывается, потому что браузер не обновляется. Нужен новый компьютер. Почему нельзя скачать пару браузеров разных? На каком-нибудь, на одном-то запустится все, я думаю, нормально. Да пошел нахуй! Верните YouTube, полностью согласен. Вот, вот абсолютно в жопу верно. Верните YouTube, и мы пойдем на YouTube, и будет нам счастье, мир и покой, и любовь, жвачка. На самом деле мне лень просто. Ах ты, ленивая жопа! Тебе не стыдно совсем, да? Тебе совсем не стыдно. Нет. Ленивая жопа. Уф. Не, а вот адреналин вкусный. Апельсином. Надо было еще брать баночку. Так, и что теперь? Я не помню, как играть тут человека. Как-то колдовать надо. Есть. И там что, энергетики хлещешь? Ну я купил баночку. Ну у меня был выбор, либо кока-колу баночку, либо апельсиновый адреналин. Я такой, а дай-ка я попробую адреналин апельсиновый. А он вкусный оказался. А еще хочу теперь. А магазины? Блин, через 10 минут закрываются. Я уже не успею. Чего? Я одну баночку попробовал первый раз-то за год. Можно? Сама когда последний раз энергетики пила? А? Увлекайся только. Ну, он сладкий. Трезвенник, язвенник? Так адреналин, уже не алкоголь. Я трезвенник, да. Таяна? Она? Вот, вот это возможно, кстати. А, ты? Ну, Вася это да. Вася и водку хлещет, и пиво хлещет, и энергетиком сверху закидывается. Так, похмелье после... Во, я же говорю, вот. Вася он такой. Вася вообще писец. Главное, не на голодный желудок. Я сегодня с утра встал, проснулся, пельмени 50 штук бахнул. Какой кайф. Уф. Что, у кого на завтрак был сегодня? Ну, помимо чая. Чай не считается за завтрак. На голодный дешевле будет. Лорд. Лорд прав. Нас все это в нормальное состояние приводит. А нехуй доходить до такого состояния, Вася, да? Его пила, когда тебе в 5 утра писала. Давненько тогда. А, ну вот и слава богу. И пускай так и остается. И не надо. Все, у нас нету никаких энергетиков. Нахер их. Пум-пум. Красиво тут. Тут можно жить. Вот что-то в этой игре, в этой части, очень мало вот этого как раз такого паранормального мира. В первой части побольше было. Да и плюс-минус тот он один одинаковый везде. По к ней его швыряй, может быть, и убьешь кого-нибудь. На улице никого, на улице холодно. Люди все по домам спрятались, по квартирам своим. О, температура поднимается. Бить. А. Где Вася? А? Вася,
Как там фасмофобия дела? О. А вот это хиляет меня штука. Нормально. Нормально. Звуки? О, такая головка была в первой части. Да-да-да-да-да-да-да, это я помню. Что за шарик? Шарик я не дам. Я не знаю, зачем он мне, но я его заберу. Какая головка была в первой части? Вы повторяетесь, господа разработчики. Прикольно. Так, сегодня что у нас? Сегодня пятница же? Хорошо. Пока что еще пятница. Так, теперь надо не попадаться глазам на глаза. Глаза. Да, такая была в первой части головка. Изи. А, яркий свет. О, вот это уже красиво. Смотри, что это за срань. Знаешь, что это за срань, но выглядит прикольно. А здесь можно устраивать концерты шамана. Ему как раз тут самое место. Давай поговорим о боге. О, мы давно не говорили, кстати, об этом. Лорд, ты лорда, кстати, почему не спросила об этом? Типа, лорд, а вы верите в бога? Давно ты подобным ничем не занималась? Он уже у океанчика? Окей. А она уже стрим начала? Она уже с работы приехала? Один! Я его первый раз вижу, так что рано еще. Да, я думал, самое оно. Пришел человек, значит, ты его такая сразу хватаешь за руку такой. Смотришь так пристально ему в глаза. Дышишь тяжело. И говоришь, ты в бога веришь, мразь? Веришь или нет? А куда он денется? Ему придется отвечать за базар. Ну, как я там и тут... Ну, эти перебежчики. О, Луку говорит со мной. Вася просто не в курсах. Он вернется. Где тут перебежчик? Вася перебежчик. Изменник. Как сосать? Как? Вот так. Вот эта Катя мне должна говорить, а не ты. Ну, извини, все, поздно. Сегодня я вместо Кати. У тебя нету вариантов каких. Кстати, где она? Ведь, наверное, но вообще-то да, уже время видел.
Чё за хуйня, блядь? Проверка реакции. Скилл-чеки пошли. А самого бога-то покажут местного? Или опять меня нахер пошлют? Да мне не важно уже, в принципе. Что ты имеешь в виду, не важно. О, смотрите. Голова. Это голова или что это? Или это просто набор кишков? Выглядит как чья-то голова. Мне кажется. Я паркур! Где она и что она? Да ладно, не может быть. Ты врушка. Тебе не стыдно и не краснеешь. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Ну, написала мне сегодня. О-о-о. Колтос высох. Фотку скинула. Сказала прости. Фотку? За фотка. Ну вот мой муж, все дела. Анисоре. А я думал фотку в ванне, где она лежит, моется. Больше стримов не будет, даже так? Нихуя себе. А можешь мне переслать вашу переписку? Ну, чтобы я убедился в твоих словах. Подтвердить твои слова ты можешь? Не могу. Почему? Я удалил ее. Ты удалил Катю? Откуда? Из друзей, из контактов? Отовсюду? А если я завтра напишу ей, спрошу ее об этом? Напиши. Вот, а вот я возьму и напишу. Но лучше не надо. Не надо? Не надо. Надо. Я даже просто сделал, я чат заскриншотил, зафотал чат и отправлю прямо сейчас ей. Хуяк. Все готово. Ай, блядь, яркий свет. Трансформация дает жизнь. Да пф. Что такое пф? Что такое пф? Пофиг плюс пофиг? Подумаешь. О, Рэя. А где женушка моя? Нормально, Васик? Как фосмофобия-то? Stay calm until we examine him. Что со мной сейчас делать будут? No. I don't want... А чё Рэй не так с ней? А чё с Рэй не так? Ой, блядь, а что со мной? Rhea! А что, блядь, со мной-то? What the fuck? What's left of them?
Меня в мясорубку кто кинул? You were supposed to be our liberation. And now you've only confirmed that our doom. Короче, из-за меня сегодня чуть на Рутубе не забанили. Ну, поподробнее. What happened to you there? It's a voice. Лавабрак. Did you hear his voice? Вот чего Рэй испугалась. Describe exactly what you heard. We must know. Лавабрак. На Рутубе есть за что банить? Ну, Рутуб, это ж помойка, там может быть все что угодно. Коммент написала и скинула фотку. Что за коммент, что за слова, что там было? Давай подробнее. Oh. Speak! Voice. Lava, Brock. Another stalemate. So it will be. Rhea, make arrangements. We need more seeing ones. Не одобряет комментарии и сказала прочитайте правила. Что случилось? Мне пора с собаками гулять. Удачной игры и приятного стрима. Доби. Возвращайся. Возвращайте. Хорошей прогулки вам. Ой, Женра. А я все? Я окончился? Я умираю? Жена, ты ебобошка. Потому что ты ебобошка, блядь, жена. Why? Вот именно, за что ты нахуй так со мной? Вот так вот, блядь, Вася. Вот, Вася, вот тебе живой пример. Сейчас, секундочку. Подсолнухов. А. Нам матерные слова, да? Он матерные слова не пропустил, Рутуб. Я себе какой нежный Рутуб. Во, видишь, Вася, во. Вот так вот, Вася. Во. From the very beginning, a lie made only so Всё, I could понятно. Observe your gift. Don't you get it? I was the one who brought you to Bleakmoor. It was me who informed Austerlitz that you. У нас нету никаких убийств. Возьми свои слова взад, осуждаю. Resistant to meeting with him. I brought the Scarlets to your hotel. Жена предательница. Your weakness, your love for me, as a way to bait you back here. The Scarlet Lodge is my whole life, and you were just. Осуждаю все равно. I don't believe. Жена предательница. I don't believe anything anymore. Да что не так с вами? Don't follow me. Лилит, ебобошка ебаная. А как я теперь выберусь отсюда? Вы посмотрите на меня, блять. Я в кашу превратился. Ебать. Что вы со мной сделали? Жена, значит, не жена. Я уже все, пиздец. Ситуация в игре, а не в реале. Как бы слова. Вася, придирки просто к словам. Не важно. Важно, это абсолютно не важно. Типа, из игры, не из игры, из мультика, из фильма. Опа, это мне надо. Это абсолютно не важно. Револьвер сюда дай. Как стрелять? Ну, я теперь шутер нахуй. Я теперь шутер. Короче, ты понял, да? Я понял. Я понял, что все хуйня и нам всем пиздец. Как фонарь врубать? У меня магия есть. Я теперь колдун в реальной жизни. Стола бери и пок. Вот это что ли?
Ну это же солями большая. Зачем нам солями? Зачем нам это солями нужно? Блин, почему я каждый по одной предмету должен дать? А чё ты убегаешь? А чё это вы убегаете? А ты что, револьвер у меня в руке увидел? Почему у меня руки фиолетовые стали вдруг? А чё это мы убегаем? А чё за здание у меня? Кто знает. А, убраться отсюда к чёрту. Пойду-ка я обратно к этим, к сектантам наслаждений. Там у них зато, блин, можно всяким заниматься. То, что тут, блядь. А жена пускай катится к черту. Таких жен надо, блять, расстреливать на месте. У меня нету топора. У меня нету топора. Меткость. Спасибо, блять. Меткость. Идешь нахуй. А вот первой части нельзя было стрелять. Виктор. Знаешь, Рэй мне была как дочь, а теперь благодаря тебе ее заблуждением пришел конец. Что ты сделал с Рэй? Рэй, между прочим, прикольненькая, в отличие от, блядь, жены и вонючки. А дальше все как обычно. Давай меняться, я тебе жену, ты мне Рэя. Люблю, целую, скучала. Ну и хорошо. Ну и хорошо, что хорошо. Even still, I believe that those who survive will be able to regain their humanity, just as you have lost yours. Чё, допизделся? Могу идти дальше. А я говорю... Где патроны взять? Я, конечно, прекрасен, но держи себя в ручках, лапках. О, рандом. Пойду катку отыграю. Давай, хорошего тебе поиска призраков. Развращайся. Блять, ты серьезно будешь по одному патрону заряжать, мразь?
Так, это 11 глава. Интересно, пройду, смогу ли я пройти сегодня эту игру или нет? Или да? За деньги, да? За деньги, да? Я здесь не проползу, да? Было бы славно, если бы я прошел сегодня эту игру, уже удалил ее к чертям. Это, конечно, прикольно и все такое. Блять! Ну, я уже устал от нее. Еще патронов взять, и бы все патроны мира не помешали бы. Ага, смотри, компьютер больше не перезагружается, это хорошо. Наверное, температура все растет, растет. Кстати, сейчас вырастет до 26 градусов, я опять окно открою, и остывает. Блядская жизнь! Блядь, у меня пистолет! Я вроде должен быть самым крутым на районе. С самого начала! С самого начала, блядь. Вы ебанутые? А почему не с начала игры? Вы, между прочим, знаете, что с геймпада стрелять не самая удобная, блядь, на самом деле вещь? Без автоприцеливания. Какого художника? Incredible, incredible, unbelievable. God damn. Damn. Зачем тебе эти картины? Я так и не понял до сих пор. Все? Блять. Раз. Где эти членоносцы? Меткость нахуй! Все, есть. Картину дали, играй. Что за позы, блядь? У меня аж целых 3 картины. Играю, а что делать? Чем океанчик занимается там? Чем там океан занимается? Anymore. I'm staring into her eyes. And all I see is emptiness. Hollow. And endless. Пиздец. Да что, блять, за позы? Почему женщины умирают в таких позах? Что за кринжи? Nice.
Да? Блять. Они реально, они специально так падают? Я нахожу это весьма забавным. Урод. Excuse me, madam. Больше аптечек, больше патронов. У меня разве было не больше аптечек? Какого хрена? Где мои аптечки? Прорваться к выходу? Выход-то где? Это выход? Серьезно? Я как всегда хотел не на выход пойти, а в результате пришел именно к нему. О, это он с Рэй? Он убил Рэй? What? Он убил ее? Блядь, жалко Тян. Она неплохая была. Ну, ебанутая, конечно, как и все остальные здесь. Неплохая. Ну, в отличие от жены мрази, которая, блядь, предала. Ну почему? Можно больше патронов? Я убью эту хуйню, брать. Я вообще думал, выход там. Так, подожди, я тут все исследовал. Нету нигде секретных секретностей. А, вот выход. А, я обосрался. Я, как всегда, шел не на выход, а пришел именно к нему. Ну, как обычно, так и происходит. Хочешь исследовать? Вот, получи, распишись, тебе выход. Тебе на выход. Офигенная кирпичная стена, лучшая в этом сезоне. Тут сейф. А чё? Я
обязательно каждый раз надо тушить фонарь. А, пофиг. Этот козел. Я хочу убить его. Блин. Удился, как обычно. Блин. Да. Ряжка. Всегда хотел себе шторы на стены. Как океанчик там? Ты слышал? Я спросил. Она стримит? Или Вася обманул меня? Лордик, лордик. Всё, надо этого урода убить. А, он свалил! Он бросил ее, свалил. Серьезно? Какая мразь. Фильм смотрит, что за фильм? Если не сложно, можешь передать привет от меня? Типа... Артемушка передает привет океанчикам. Всем океанчикам привет. Берем, наверное, какую-нибудь опять гадость. Блин, Рэю жалко. Зачем так с ней? Лучше б Лилит убил. Битлджуз старый? О, это хороший фильм. Это мы одобряем. А новый Битлджуз уже вышел? А это Тим? Тимми, Тимми. Бля, Рэй убили. А чем похуй? Чем ему поливать? Не знаю, я и старый, а плохо помню только мультики отрывками. Мультики тоже офигенные были. Все, что связано с Битлджусом, это было офигенно. Это было замечательно. А вот новый фильм я не знаю. Ну, надо посмотреть будет. Конечно, мы уже люди старые, уже не так, конечно, будет вставлять. Блин, надо что ли на Хэллоуин посмотреть «Ночь перед Рождеством»? Тоже офигенный мультфильм. Лучший, лучший мультфильм. Тоже передает привет. Окей, спасибо. Ими. Блять. Ими. Что с ним делать-то? Джиперс Криперс недавно пересмотрел. Джиперс Криперс, которые первые две части, я надеюсь, они все четыре. Или сколько их сейчас уже? Щи, 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 щи. О боже. Мелким был капец, как страшно было. Да. Джиперс Криперс в 2000 каком он там вышел? В 2003-м, в 2001 году офигенно были фильмы. Будь, буду. Что делать-то с ним, с этим уродом? Чё вопрос? Потом глаза вытекали? Ты что, что ты имеешь в виду? Все, потом глаза вытекали? Первые две офигенные части. Джиперс Криперс. А вот третью, четвертую, их же четыре, да? Напомни мне, пожалуйста. Это, конечно, пиздец. Причем третья еще как-то более-менее смотрится. А вот четвертая... Я... Че он там мне все пиздит, этот дурак? Он все Рэя. Блин, ты сам убил ее, чувак. Она тебе... Нормальная тянка была. Зачем ты ее убил? Какой же ты толстокожий. Потому что я только 4 части смотрел Джиперс Криперса.
И, конечно, я помню, что когда вторая часть вышла, все требовали продолжения. Блять, никто же не знал, что будет все настолько плохо. Если бы мы знали, что будет настолько все плохо, то тогда нахер такие продолжения нужны? Неужели нельзя было по-человечески снять? Я вот это не понимаю. Ты умрешь? Тебе! Тебе! I don't understand what the hell is going on here. What the from? What's wrong with you? What the hell? Одолите Тима. Тима! Тима! Просто надо хоронить проекты, если нет идеи на продолжение. Так, блять. Видимо, идеи были, а вот бюджета нахуй нормальных режиссеров не было. Там что, за, блядь, 2 рубля и жвачку делали третью, четвертую часть? Мне кажется, первые два фильма не задорого тоже снимались, блин. Они, там нет у них чего-то такого сверх необычного. Да что делать-то, подсказка? Если больше ничего не помогает, используйте окружение, чтобы ослабить противника. Как? Вот. Понял. Можно убить? Убей меня. Убей меня, нахуй. Я так подумал. Коробка с патроном была, нет? Тут же разве не была коробка с патронами и таки, да? Да, подошел? Тьме! Опачки. Тимми,